Сегодня на Красной площади проходит 6-й военно-спортивный форум «Готов к труду и обороне» при поддержке военно-спортивного фонда. Ну, в общем, это такое правительственное мероприятие при социальной подложке. В рамках этого форума проходит множество площадок, тут и бокс, и единоборство. Одной из них является площадка экстремальных видов спорта, на которой сегодня проходят соревнования по скейтборду и BMX. Да, ребята у нас сражаются, бьются, и как еще можно это назвать, за призы наших спонсоров предоставила компания «Этнос», компания «Комплейс» и Московская федерация сноуборда предоставили нам парк. Компания Ту-49 организовала нам пол. Бренд Car, вот вы можете видеть баннер компании, предоставляет нам также подарки. Инфопартнеры — это Skateboarding.ru, Skateboardmag.ru и наш любимый Fat TV. Fat TV — официальный видеопартнер нашего мероприятия. Time has come to take care.